Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это вор золотое издание. Итак, мы с вами продолжаем сбегать, короче, из особняка Константина. Вот, напоминаю, что Константин, падла такая, превратился после того, как мы ему отдали глаз, превратился в трикстера, в это божество древесное. Вот. Вот. Единственное, вот странно, то что Гаррет с выколенным глазом видит отлично. Отлично просто. Просто ты смотри, он видит отлично. Если бы я был разработчиком, я бы сделал для небольшого усложнения еще немножко такую хотя бы, знаешь, мутноватость. Вот, типа, чтобы говорило о том, что мы видим плохо одним глазом. Вот. Ну ладно, это все мечты. Так, окей, у нас тут куча врагов, куча... Так, там... элементали, хотел сказать, гениталии. Элементали огненные летают. Надо их, короче, хлоп... Бляха! Тихо. Отлично. Так, минус элементаль. Так, нужно макака. Человек-обезьяна. Леха убежал. Убежал. Там еще богомол у нас ходит. Он плюется, короче, мухами. Вот. Поэтому надо быть аккуратным. Вы написали в комментах, что... сложность вообще. Это еще начало типа несложное. Сложность начнется, когда мы проберемся в дом сам Константина. Вот. Судя по всему, мы находимся в саду. Помните, да? Там всякие вот эти вот были. Всякие такие штуки. Вот. В дом сам Константином. Так, я вижу, там какая-то штучка вон лежит. В дом Константина проберемся. И там будет... Там будет полная жесть. Так, окей. Я здесь видел вот это. Надо сразу схавать. Подлечиться. У меня же нету, да, этих... Зелий у меня нет. Так. Человеческое мясо. Так, окей, откуда мы пришли? Мы пришли. Это что? Это, наверное, спрятаться. Мы пришли вон оттуда, получается. Так, значит, нам сюда. Скорее всего. Давай здесь еще глянем. Нет, здесь ничего нет. Блеха. И не знаешь, чем драться, чем биться. Так, погоди, кто там еще? Где? Элементаль где-то. Погоди, он где-то стрелял. Макака. Так. Макаку можно, наверное, луком. А, вон там элементаль летает. Я думаю, где же он там? Так, вода. Где-то там. Хорошо. Так, элементаль уже нам не помеха. Кстати, смотри. А чё не дохлые? А почему они дохлые? Так, окей, иди сюда, подло обезьянье. По всему видимому, я ей, короче, уже нанес какой-то урон, поэтому она... Смотри, здесь этот... Какой-то ритуал проводили, походу, да? Я и, короче... Так, а почему не залазим? Я и... О, там вода. Да плеха залезь, Гаррет. Да, Гаррет, ну, ёпти мать. О, отлично. Так, две водяные стрелы. Отлично. Там, смотри, газовая стрела, надо как-то ее взять. Плеха, он позвал подмогу. Этот говнюк... Плеха. Раз. Два. Так, минус одна, там еще, он подмогу привел. Мне надо как-то подняться, короче, он туда наверх, и там вот газовая стрела есть. Ну-ка сюда, иди, подло. Как бы тебя убить? Там огненную стрелу видел. Там видел огненную, так у меня есть огненная стрела, кстати. Блях, он так быстро бегает. Так быстро бегает. На. Отлично.
Отлично. Так, ну здесь пока справились. Где-то здесь видел огненную стрелу. Так, окей, вот раз. А здесь нет, да? Здесь тоже нет. А, только одна получается. Окей, надо туда наверх забраться, потому что там у нас... Это что, дерево? Это, скорее всего, дерево. Стрела с веревкой. А погоди, я же могу вот так вот сделать, да? Точняк. Так. Так. Хорошо, забрал. Экономим, экономим стрелу. Хоть и 4, но экономим. Так, я, по-моему, вот здесь ходил. Я здесь ходил, здесь выходил. Да, я здесь видел. Окей. Так. Хорошо. Все, с этим, в принципе, разобрались. Движемся дальше. Леха вон еще гуляет. Так, водяная стрела, хорошо. Так, здесь алмазик, прекрасно. Ходов, блеха. Тут еще смотри. О, жрачки-то сколько лежит. Я меч уберу. Так, жрачка, хорошо, съем сразу. Съем сразу. А что ты там за... О, блеха! Сразу заорал. Так, где у меня огненная стрела? Огненная стрела. Хорошо. Вам. Бляха, живой! Сюда иди, падла. Еще и хрюкает. Еще и хрюк. О, иди сюда, иди сюда. Леха, он там не один. Так, хорошо. Печень. Печень тебе. На. Хорошо, бегом, 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 бегом. Бляха, сейчас опять призовет кого-то. Так, мне надо, короче. Погоди, я здесь, что я здесь? Так. Надо наверх. Надо наверх забраться, посмотреть, что у нас там есть. Так, я сделаю следующее. Я сделаю вот так. Оп. Чтобы забрать стрелу. Так. Хорошо. Так, а здесь я был? Здесь я был или не был? Не был, да, здесь? Так, окей, хорошо. Это что? Так, это... Опа. Это хорошо. Так, это я заберу. Там еще чтиво какое-то. Так, опа, мина. Хорошо. Надо аккуратно. Главное, чтобы не взорваться самому на этих минах. Так, окей, там что-то чтиво. Мир, который я знал, когда-то был вместилищем магии, полным загадок и населенным чарующими ужасными созданиями. Люди, жившие там, разжигали костры и дивились тому, что ползало и скрывалось во тьме за их слабыми кругами света. Все их мечты, желания и страхи исходили из этой тьмы. Теперь, когда при помощи сил прогресса луга и луча покрывается камнем и кирпичом, когда величественные кроны деревьев заменяются несуразными громадами зданий, весь мир освещен глянцевым блеском электричества. Осветив тьму, человек утратил способность бояться и мечтать. Ночь некогда источник неизвестного стало просто темным временем суток. Я составил план, как вернуть тьму, как возродить способность бояться и мечтать, и когда мой темный проект будет осуществлен, они вновь узнают, как бояться и любить своего повелителя Константин. Кстати, вот еще планы, получается, Константина, да? Он хочет, короче, я так понял, нагнать тьму, короче, на мир. Вот. Люди, короче, развились технологиями, везде свет, там всякие техника, всякое такое вот. И Константин хочет вернуть тьму, вернуть всю, короче, сделать, как сказать, деградацию, что ли. Вот. Деградирующий Армагеддон. Так, есть что здесь? Так, окей, ладно. Эх, опасно я так спрыгиваю. Так, оттуда я пришел, окей. Или нет? Ну, все-таки, по-любому вот это вот сейчас приведет. Да. Обход. Так, маховых стрел много дают.
Возможно, пригодятся. Лёха, тут еще что-то. Шучек. Да возьми ты. Смотри, паучара там еще. И оказывается, там еще не был. Бляха. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько ходов. Сюда иди. А это тот раненый, походу, да? Который боится теперь меня. Цикливые твари. Вот цикливые твари. Так, окей. А это что? Че мигаешь? А, там свет, что ли, мигает? Мне туда не пробраться, потому что это камень. Так, погоди, а там что? Вот здесь подъем наверх еще. А это, наверное... Это, наверное, вход. Здание Константина. Окей, запомним. Пока туда не пойдем. Бляха, он так и... Он теперь будет за мной по пятам, бляха, ходить. Вот этот секун. Вот этот секун маленький. Он будет ходить со мной по пятам теперь. Сюда иди, подлу. На. Отлично. Там еще паук. Там паук. Так, а здесь... А, сюда я... Ага. Там паук еще. С пауками посложнее будет. Ну, в принципе, они сами по себе не сложные враги, эти пауки. Но по ним сложно попадать, если мечом. Так, это что? Бляха, здесь еще что-то. Тихо. Так, он не в мою сторону смотрит. Бляха. Макака. Бляха, промазал. Да залезь, залезь, сейчас заплюет мухами. Готово. Макака готова, так хорошо. Она еще меня цапнула. Падла. Да умери! Умирай! Умирай! Умирай, падла! Только не блюй! Только не блюй в меня! Хорошо, хорошо. Бляха, у него кровь как будто надристал. Окей, так. Это мы, оп, съедим. А мухи-то теперь бьют, наверное, да? Окей, а это что за место? Так, а мы пришли вон оттуда, да? Опа, водяная стрела, хорошо, что вернулся, посмотри. Тихо, бляха. Они еще и взрываются. Они еще, мать его, взрываются. Так, погоди, это что? А, это начало, ёпти мать. И он оттуда пришел. А это все начало. Так, ну в принципе, получается, что? Оттуда я пришел. Так, это что, я здесь был, брал? Кости. Так, здесь трупы, да, я здесь был. Так, где там вход, короче, в этот особняк. Где я видел? Вход в особняк. Так, погоди. Что-то я заплутал. Малёха. Так, погоди, вот так я шел. Пауков слышу пауков еще. Огненная стрела, хорошо. Огненная стрела еще лучше. Бляха, тут не один. Так, вход в особняк. Так, погоди. Я заплутал, малёха. Так, погоди, вот так я шел. Здесь? А я тут не сохранился вообще. Так, ладно, огненная стрела. Так, тут водяная где-то должна быть. Так, вот сохраняемся, чтобы по новой еще раз не брать в следующий раз. Опа, где? Вы меня бесите-то, бляха.
Ёпти мать. Вот я говорю, вот эти пауки, это просто. Бляха, у меня только одна, да? Газовые стрелы. Нет, газовые стрелы мы не будем тратить. А шумовую стрелу я смогу? Погоди. Ой-о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 й! Нет, я их убить не могу этой стрелой. Блях. Так, ладно. Делаем следующее. У меня есть мины. Тихо, они застряли. Они застряли. Так, погоди. Мину туда. Раз. Блях, ну что-то скатилось-то. Так, а я забрать ее могу? Твою мать, такой момент сейчас был, короче. Они вот застряли и пипец. Блях, эти пауки. Так, ладно, я их трогать не буду. Вот смотри, есть. На. Да ублюдки! Я не хочу тратить на них стрелы. Чем можно? Газовую стрелу я тоже не хочу тратить. Так, падло, ладно. Ну ёпти мать, что ты так далеко кидаешь, что это мины ссаные? Так, минус один. Так, 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 где мина, мина, мина? Бляха, тут еще один! Водяная стрела, хорошо. Так, 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 так. Главное, на мину сейчас не попасться, на свою. Куда я и кину? Бляха! Так, 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 так. Опа. Стопэ. Стопэ только без рук. Только без рук. Так, обезьяна здесь. Я здесь был. Эх, вы падлы-то. На, короче. Задрали. Ну ёпти мать, ну почему я такой косой, бляха? Уйдите. Уйдите. Так, здесь мина. Аккуратно, аккуратно, спокойно. Здесь мина. Да, взорвалась. Забрал. Окей. Бегом. Бляха, он не умер. Почему мина взорвалась, а он не умер? Так, что-то здесь лежало, нет? Погоди, здесь еще спуск вниз. Уйдите. Уйдите, проклятые. Так, 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 там я был. Окей, а там что? Сюда, наверное, да? Бляха, я думал, он застрянет. Ай-яй-яй, я думал, тупик. А я думал, сало. Так, хорошо, 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 хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Вот как у меня тогда получалось, короче, их так вот хорошо убить-то в прошлой серии, этих пауков. В принципе, все, я думаю, здесь, я же вроде как пробежал везде. Ай, застрявший один, ай, застрявший, сейчас я тебе в сраку-то. Хац! Ац! Хорошо. Так, а второй отстал. Второй отстал. Ай, Гаррет, теперь не залезешь, да? Ты же у меня криворуки, кривоног. И... А ну-ка. А вот здесь я не был. Ой, ты, боже ты мой, да. Да застрел, ёпти мать! Бляха, еще один. Ты-то там чё? Тихо, тихо, тихо. А это я в этот. Получается. Бляха. На тебе.
Блеха промазал, ёпти мать. Такой момент, такой момент и такая расхлябанность. Так, отлично. Блеха. Собака. Обезьяна, точнее. О, ёпти, еще один. Их там трое, блеха. Нет тут никого. Показалось, что ли? Я найду тебя. Давайте сюда идите. Хорошо. Кочерышку тебе, хорошо. Отлично, минус один. Ты хрюкаешь. Раз. Как тебе? Два. Блёд, подло. Еще один остался. Как мужчина, ты трус. Кто бы говорил-то, трус, ёпти мать. Вот сам свалил сам. Окей, так. Тут еще спуск. Там дорога, тут дорога. Бочки с черепами. Опа, погоди. Отлично. Но. Я, короче, пойду сейчас сначала сюда. Я вот этот. Я так полагаю, я в подвале. Наверное, скорее всего, бляха. Ладно, иди сюда. Защитите меня на помощь! Хорошо. Хорошо. Человек обезьяна. Так, что здесь? Ух ты, что за звуки-то? Этот ящик я не смогу, да? Там что-то лежит. Так, двигай. Двигай давай его. Стой. Эхо. Оп. Оп. Протиснулся. Умри, вонючий. Это как? Просто рожа такая. Так, окей. Где? Блеха, а я что, не убил вот этого? А, убил. Окей, все. Надо в обход. Ой. А это что за бездна? Жесть. И здесь, смотри, здесь даже тишина, здесь даже ни звука. Это разрабы, короче, наверное, просто пилили какой-то отдел этого замка и просто хрен забили. Или просто они там тестили, короче, текстуры. Хорошо. Тут обезьяна, погоди. А здесь жачка. Просто съедаю. Так, сюда иди. Это что за место? Бляха, дом Константина, он такой, знаешь, он же, как мы помним, он такой странный весь. Много может быть ловушек. Так, оттуда я пришел. Много быть может быть ловушек. Всякое, помните, там вот этот сюрреализм-то вот этот весь. Так, где-то? Посмотрите оттуда. Бляха, она-то не одна. Хорошо, теперь одна. Опа. Человечье мясо на меня напало. Собака убежал. Человечье мясо. Все за человека. Чё ты там нюхаешь? Быть дынул, что ли?
собака. Вот он, бляха, сзади подкрадывается. Крыса, крыса! Крыса просто! Ля ты крыса! Бляха, он тут не один. На тебе в харю просто. На тебе еще раз в харю. Так, а минус одна, хорошо. Так, тихо. Отца-ца-ца-ца. Тихо. Опа, бляха. Фехтуется, зашибись, обезьяна. Окей. Опа, хорошо. Да просто какая-то планета обезьян, не знаю. Так, окей, здесь у нас что? Там, по-моему, пусто, да? А здесь кругаль. Здесь дали кругаля, так это я уберу. Сейчас уже побыстрее ходить. И, а здесь что? Это вход, понятно, все. Окей, тогда теперь остается идти туда выше. Где мы там видели вход? Теперь остается идти выше. Собственно, к выходу. Так, погоди. Я откуда? Откуда я пришел? Оттуда я пришел. Там красненький кирпич видно было. Этих туннелей. Значит, мне вот сюда. Так, была дверь. Хорошо. Жрачка. Блин, вот эти звуки прям. Это еще кто? Еще выше, кстати. На тебе. Опа. Ах ты падла! Оп, хорошо. Хорошо прилетело. Так, а что у меня? Я съел, да? Где-то еще. Тихо! Лягушка там еще, взрывающаяся. Так, вот так. Так, лягушка, которая взрывается. Тихо. Тихо, спокойно. Бляха. Собака. А лягушка-то взрывается, когда... Нет, смотри, она из-за них она не взрывается. Так, погоди. Опа. Еще, бляха, промазал. Сюда. Хорошо. Просто я реально... Бляха, еще... Тихо, лягушка! Лягушка взрывной! Тихо, уберись! Уйди! Хорошо, вот так. Бляха, а че он так недалеко их кидает? Такие тяжелые, что ли? Как мне вот эту лягушку? Погоди, она это... А, я этими маховыми стрелами тогда ее пробовал, она нифига. Так, а если... А если шумовой? Нет, нифига. Бляха, там не одна лягушка, там целая просто. Целая это. Целая взрывчатка. Тихо. Вот так тебе, падла. Тя-тя-тя-тя-тя. Вот так тебе, падла. Так, хорошо. С обезьянами покончено. Бляха, мне как-то надо этих лягушек, короче. Огненная стрела. Ладно. Так, я сохранюсь. Сделаю вот так. Ну что делать? Так впритык же не подойдешь и не замочишь. Теперь за мной. Сколько здесь обезьян? Бедная бочка. Бляха. Ах ты падла. Она по ногам. Собака. Тихо. Опа. Сюда. Опа. Так, сохраним. Опа, бляха. Хп. Ёпте мать, у меня хп-то все. Бляха, опять лягушка. Они просто мне не дают выйти. Сиди там. Сиди там, лягушат. Наверх. Еще здесь ходов.
Это что? А, это бутылка. А, вот это я помню, здесь барная стойка, я помню. Жрачка, 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 хорошо. Так, это что? Ага. 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 Так, где-то прыгает, бляха. Так, хорошо. Никакого дробаша здесь нет. Я, по-моему, в прошлый раз то же самое говорил. Так, а там сверху? Нет? Сверху ничего. Так, окей, друзья. У меня видос, короче, подходит к концу. Подошел. Вот. Так. Просто вот такими усердиями мы все-таки с вами пробрались сюда. Вот. И продолжим уже в следующей серии. Думаю, будет... Нам еще предстоит увидеть всяких сюрпризов, короче, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий, всем пока.